Пеленки, распашонки и подгузники – самый счастливый период для каждой женщины ожидания ребенка. Для Сабины Тикеевой был омрачен. Как только молодая семья узнала о скором прибавлении, заторопились в поликлинику. Нужно было встать на учет по беременности. Но в такой формальной процедуре возникли проблемы. У девушки было гражданство России с видом на жительство в Казахстане. Медучреждения и беременные отказали предоставление гарантированных медицинских услуг, сославшись на законодательство. Якобы лечить они могут только граждан нашей страны и уралманов. Мы столкнулись с проблемой по ведению, в остановке на ведение учета по беременности. Когда обратились по месту жительства в 9-ю поликлинику, нам сначала сказали, что нужно на рассмотрение комиссии все это вынести. Там должны были 3 дня рассмотреть, в эти сроки не уложились и сказали подождать. Через некоторое время супруг пошел узнавать. Сказали, что отказали, руководствуясь каким-то указом, либо приказом Министерства здравоохранения. Не добившись правды, супружеской паре пришлось обратиться в частную клинику, где уже так называемые платные врачи следили за здоровьем мамочки и ребенка. По самым скромным подсчетам, это обошлось в 500 000 тенге. Сюда входят растраты на анализы, осмотры медиков и проведение процедур. Однако семья не теряла надежды все-таки получить возможность прикрепиться к государственной клинике. В скором времени наблюдение докторов уже нужно будет и новорожденному. Ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы это было бесплатно, и прикрепление, потому что для малыша в будущем, естественно, обязательно нужно наблюдение терапевта и так далее. Но, естественно, мы будем прикрепляться, потому что это необходимо. Как утверждают юристы, подобные случаи не единичны в их практике. С видом на жительство в нашей стране все же можно претендовать на получение медуслуг. Бесплатно, но с одной оговоркой. Только в экстренных случаях, когда их заболевание угрожает здоровью окружающих, либо требуется срочное хирургическое вмешательство. В соответствии с Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, иностранцы, и также граждане, люди без гражданства, проживающие, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право получать гарантированную бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами Республики Казахстан. Данные изменения были внесены в кодекс с 1 января 2018 года. Врачи столичной поликлиники до последнего настаивают, что действовали лишь в соответствии с инструкциями. Однако принять девушку на платной основе они также отказались. И даже после вступления в силу нового закона, по которому граждане с видом на жительство могут лечиться бесплатно, не узнавали о судьбе беременной и не предлагали прикрепиться. Она обращалась в осени месяце, а в осени месяце по документам, которые были у нее на руках, она была гражданкой другой страны. И по приказу прикрепления мы не имели права прикреплять граждан других с другой стороны. Давайте скажем так, если человек не прикрепляется к нам, если он даже у нас проживает, мы ответственность не несем. На этой неделе в одной из казахстанских семей ожидается прибавление. И теперь семья Тикеевых может спокойно приходить в поликлинику и без споров и скандалов получать положенное им медицинское наблюдение и лечение. Кира Каниболоцкая, Хожизбек Маденов, телеканал Алматы из Астаны.